Осень, пора приступить к оздоровлению почвы. Сидираты уже пора скашивать и высевать уже в зиму я буду овес. Уже овес потом не буду скашивать. Переставляем короба, чтобы было удобно работать. Вот сейчас Олег скосит, прям газонокосилкой сейчас здесь пройдем. Байкала закупила. Вот три дешевле было купить. Оздоровление почвы при помощи Байкала происходит. Купила горчицу. 500 рублей ведро. И овес у меня остался с прошлого года. Люблю сеять горчицу с овсом в паре осенью. Байкал. Берем 2 столовые ложки Байкала. Налейку. А 2 столовые ложки Байкала, это вот приблизительно 25-30 миллилитров. Можно не мерить ложками, а можно вот мерничек такой взять. И используем на 3 квадратных метра этого количества. Проливаем. Сейчас самое время это сделать, потому что вот эти микроорганизмы, которые содержатся в Байкале, они работают при температурах 25-27, даже выше, если температура, то еще лучше. Надо успеть хотя бы пролить все грядки сейчас, пока высокие температуры на улице. Не забываем раскислить почву при помощи золы перед посевом сидиратов. Несли золу. Теперь сеем сидираты. Овес вот так густо я сею. И горчичку сразу. Все это обогатит почву микроэлементами, минералами. И для червячков питание будет. И потом сразу заделываем грабельками. Поливаем Байкалом. Все. Зафиксировать укрывной при помощи вот таких скрепочек канцелярских. И также прям поливать по этому спанбонду. Это защита от кошек, от птиц, чтобы тут не копали, не клевали, чтобы все хорошо взошло. И тепло дополнительно еще дают. А спанбонд не помешает всходам. Всходы поднимут этот укрывной. Но если идут дожди, поливать не обязательно. Если сухо, то, конечно, лучше поливать каждый день до всходов.